Вся информация о том, как оценивают жители работу управляющих компаний, будет доступна на сайте администрации и в средствах массовой информации. В отношении управляющих организаций, которые ивантеевцы признают худшими, будут приниматься соответствующие меры, подчеркивают в администрации. Для того, чтобы оценить работу управляющих компаний, жителю достаточно будет выбрать из 4 вариантов – отличное, хорошее, удовлетворительное и неудовлетворительное. Свою отметку в отношении УК ивантеевцы могут направить на электронный адрес администрации и в admsobakaivanteyevka.org.